У нас проходит урок, небольшой мастер-класс по завязыванию палантина. Вот наш палантин. У него определенная плотность и определенный размер. Этим он отличается от шарфика. Вот второй аксессуар, который я хочу предложить вам, это обыкновенное колечко от Багетта. Оно нам послужит связующим элементом. Сейчас я покажу, как. Набрасываем шарфик. Колечко вставляем. Продеваем одну часть палантина. И теперь оставшийся конец закрепляем сюда же. Расправляем, как кому нравится. Кто-то побольше, кто-то поменьше. И начинаем действие со вторым полотнищем. И теперь уже другим концом я закрепляю наше сооружение. Так как палантин теплый, его обычно в прохладную погоду, чтобы была шейка прикрыта и чтобы было элегантно и красиво. Второй вариант. Как вы видите, два конца палантина уже продеты в это кольцо одновременно. То есть я могу регулировать объем. Это делается для чего? Для того, чтобы я могла уже манипулировать палантином в разную сторону драпировочку. Вот так можно. Уже наводим красоту. Так как он плотный, он будет хорошо лежать и плотненько. Если кто-то замерз, шейка хочется закрыть. Немножечко так провели, все. Очень просто. Дальше что можно еще? Следующий вариант. Колечко также с двумя концами палантина. Только сейчас мы будем формировать капюшон. Который я могу тоже регулировать кольцом, его плот, его примыкание, плотность. Если вам не нравится то, что кольцо торчит, вы можете его закрыть, скрыть. Можно за счет того, что сюда продеть второй конец, его там не будет видно. Или еще интереснее сделать вокруг. Обмотать для закрепления пущего. Вот. Теперь, друзья, готовим так называемую челму. Она будет очень упрощенный вариант, так что у вас все получится. Берем палантинчик, прикладываем к своей голове. Так, чтобы было бы комфортно. Показываю перекрут. Перекрут, все плотненько.
один конец мы накладываем и заправляем. И следующий конец, оставшийся, мы закрываем то, что не закрылось предыдущим концом. И тоже заправляем аккуратно, не торопясь. Можем делать асимметрию, чтобы было пооригинальнее. Еще раз нащупываем, чтобы не было у нас голова не просвечивала нигде. Ну, похоже, все получилось. И последний вариант на сегодня – это простое повязывание. Обыкновенно берем и завязываем два конца, как мы привыкли. Я достаю и верхний конец палантина я подправляю, как мне тоже понравится. Конечно, работайте не торопясь над своим имиджем, чтобы вас каждая черточка композиции устроила. Вот ничего сложного, просто подправили и готовы выйти на улицу, даже в дождь. До новых встреч! Собираться старичкам со старушками, ставить водочку грибкам, чай с ватрушками, пробираться по годам, словно ощупью, напевая, как всегда, нашу общую. Па-па-па-ра-па-па-р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 а-па-